Всего включено в программу на 3 года 200 фасадов. Действительно, больше 200 фасадов. Это на 19, 20, 21 год. На этот год у нас в планах было, причем все ремонты фасада за счет запозычения, то есть за счет кредитов, которые получит Одесский городской совет. На сегодняшний день второе запозычение было ограничено, сессия проголосовала миллиард, мы получили на этот год 300 миллионов, и на памятники культурного наследия было выделено 50 миллионов, из них 30 на дом Русова и 20 на дом Липмана. Мы ожидаем, у нас в первую очередь выделено 32 фасада, это по Пушкинской, Ришельевской, Гоголя, Лонжероновской улицам. Определены порядок работы и примерно объемы проектирования, или не примерно, а точно объемы проектирования. В случае, если Одесский городской совет проголосует, у нас вынесено такое предложение с департаментом финансов, получить запозычение в Ощадбанке, мы сможем в этом году приступить к ремонту уже сразу же одновременно 32 фасадов, плюс эти два фасада, которые я назвал садовая липа. То есть около 34 фасадов. Если будет вынесен вопрос на следующую сессию по запозычению, мы с удовольствием представим все эти предложения по всем 32 фасадам в объеме на этот год. Ну, у нас предстоит, кроме, понятно, фасадов, большой работы, нам нужно заниматься и новощипным рядом, потому что на сегодняшний день, вы знаете, началась реконструкция рынка Привоз. Естественно, мы должны параллельно раз коммерсанты решили убрать улицу, привести в порядок. Что там творится, вы видели сами.